Сегодня у этих молодых людей один из самых важных и ответственных дней. Получение паспорта – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. А если событие проходит в торжественной обстановке, то уж точно не забудется никогда. Получение паспорта – это не только право, но и в первую очередь это обязанность. Обязанность, ответственность. Мы живем в великом государстве. Наша страна, всегда состоит из людей, как первая была в космосе, так и страна, которой пришлось пережить одно из самых, наверное, тяжелейших испытаний, когда нашим с вами дедам и прадедам ценой своей жизни пришлось отстаивать право нам с вами жить в свободной стране под голубым небом, мирным небом. И я считаю, что мы должны быть достойны своих дедов и прадедов и достойны каждый на своем месте сегодня в учебе, в спорте, в творчестве, завтра в трудах, каждый день доказывать право быть гражданином России. Слова напутствия и поздравления в адрес юных россиян прозвучали и от заместителя председателя Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Александра Бабаева. Я вам немножечко завидую, потому что вот мне просто в паспортном столе в маленьком окошечке вручили, сказали расписаться и все. Поздравляю вас с этим праздником, с этим официальным событием. Всего доброго! Главный документ с гербом России на обложке в этот день получили 22 орехово-зуевца. Для них наступил новый этап в жизни, когда от их дел и поступков зависит будущее страны. Быть настоящими хозяевами земли русской и всемерно способствовать возрождению великой России. Клянемся! Много поздравлений было и от родителей, а солисты коллективов Зимнего театра преподнесли виновникам торжества творческие подарки.